А сейчас я хотел бы вместе с вами рассмотреть несколько текстов Священного Писания и ответить на несколько, как мне кажется, важных вопросов. И вот начну с вопроса. Вы когда-нибудь хотели то, чего у вас нет, а есть у других людей? Или я один такой испорченный? А? Испытывали вы такое вот ощущение? Да или нет? Окей. Вопрос, это греховно или нет? Очень нет. Какие еще варианты? Ну вот, например, у меня сейчас здоровье не очень. Я хотел бы здоровья, может быть, вот как у Игоря. Он такой спортсмен, атлет, да? Это греховное желание или нет? Так вот, как определить? Когда наше желание иметь то, чего у нас нет, а есть у других людей, греховно или не греховно? И мы сегодня вместе с вами давайте поразмышляем об этом, чтобы определить, что же говорит нам Священное Писание на эту тему. Потому что все мы хотим какие-то вещи. Это нормальное явление. Бог нас такими создал. Мы чего-то желаем, к чему-то стремимся. И эти желания, они в какой-то степени нормальные, естественные. И они не всегда являются греховными. Когда мы хотим чего-то, мы делаем определенные планы, мы составляем какие-то цели, мы добиваемся их, стремимся к ним. Мы, вот, например, мы слышали свидетельство семьи, которая хотела служить вместе со следующим поколением, они поставили эту цель, поехали в Мексику, чтобы служить. У них было желание, у них была эта цель. Было это побуждение. Более того, апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 12 главы, 31 стих, он говорит, стремитесь иметь более важные дары. Вот это слово «стремитесь», оно в английском переводе переводится как «earnestly desire», или «очень хотите», или «очень желайте этого». Желайте этого. Стремитесь к этому. Хотите этого. Поэтому мы видим, что само желание, само стремление, оно не является греховным. Но есть какие-то факторы, которые в какой-то момент наше желание переводят в статус греховности. И это сильное стремление, оно может быть проблемой в жизни человека. Мы видим, что некоторые из этих стремлений, из этих желаний, из этих побуждений, они нездоровые. И поэтому название сегодняшней проповеди – это когда здоровое становится вредным. Когда наши желания и побуждения из нормального статуса, из нормальных желаний и побуждений становятся вредными для нас, греховными, потому что они противоречат тому, что говорит нам Бог об этом. Иногда эти вещи физические. Например, мы желаем еду, есть сексуальные влечения, деньги, наслаждения, какие-то другие вещи. То есть то, что дает нам физическое наслаждение. А иногда эти побуждения и желания, они абсолютно не физические. Но может быть это желание контролировать, желание быть значимым, желание быть популярным. Или может быть желание навязывать свою волю на группу, с которой ты работаешь, служишь, может быть в семье, не знаю. Так вот, что же делает это желание, побуждение и стремление и нездоровым, и вредным для нас? Когда это желание и стремление переходит в категорию греховного побуждения? Ну, давайте прежде всего посмотрим, что же такое covetousness на английском языке. В английском переводе, это covetousness, на русском переводе это слово алчность, один из синонимов этого. Когда мы стремимся к чему-то и хотим чего-то, чего у нас есть,
а чего у нас нет, но есть у наших, скажем, соседей, у кого-то другого, это можно определить словом алчность, когда мы настолько это хотим, что это начинает овладевать нами. Одно из определений этого слова, я посмотрел в словаре, алчность – это ненасытное стремление к мирской выгоде. Ненасытное, потому что ты хочешь постоянно больше, больше и больше. Ты не останавливаешься и недоволен на том, что у тебя есть сейчас. И это стремление к мирским вещам, не к божественным вещам, а к вещам, которые навязывает нам мир и которые нам по человеческой плоти просто реально хочется. И поэтому это стремление, это алчность, это желание – это очень фундаментальный аспект человеческой натуры, того, кто мы с вами есть. И нам нужно это понять, нам нужно это проанализировать, и нам нужно понять, как Бог хочет, чтобы мы относились друг к другу, то, как мы должны хотеть определенные вещи, и как нам относиться к нашим желаниям и побуждениям. И когда мы начнем прилагать это практически в своей жизни, то тогда наше сердце будет нормально на эти вещи реагировать, и мы будем готовы к тому духовному росту, который Бог производит в нашем сердце. Это важная тема. Это важная и настолько фундаментальная тема, что Бог дал нам это повеление как одну из 10 заповедей. 10 заповедь, которая записана в Исходе, 20 глава, 17 стих, говорит следующее. «Не желай дома ближнего твоего». Опять, вот это слово «желай» – это слово «covet», «do not covet». То есть не проявляй алчность в желании. Не проявляй ненасытное стремление к этому. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены твоего ближнего, его слуги или служанки, его вола или осла, ничего из того, что принадлежит ближнему твоему. Очень интересно, что эта же заповедь упомянулась или прописана во Второзаконии, 5 глава, 21 стих. Я ее прочитаю. Посмотрите, если вы можете определить отличие от того, что я только что сейчас прочитал. «Не желай жены твоего ближнего, его слуги или служанки, его вола или осла, ничего из того, что принадлежит ближнему твоему». Второзаконие. Вы нашли отличие? В одном из переводов этих, смотря какой вы перевод используете, очередность жены и дома поменялась в этом завете. Я не знаю, с чем это связано, но есть некоторые предположения. Да? То есть в одном из них написано, что «не желай дома» сначала, а потом написано про жену. Я заинтересовался этим вопросом, думаю, почему, в чем же разница, да? Интересно, что католики разделяют это повеление или эту заповедь на две разных заповеди. То есть католики, они говорят, что ввиду того, что здесь очередность разная, есть одна заповедь, где ты не желаешь жены своего соседа, и вторая заповедь, где ты не желаешь вещей своего соседа. И они разделили эти заповеди на две. Но как раз из-за того, что в этих двух текстах эти вещи меняются и замещают друг друга, это еще раз показывает, что на самом деле это все-таки одна заповедь, одна инструкция. Но это так просто интересная информация к сведению. Вы, когда будете читать этот текст, обратите на это внимание. Но вот истина, которую нам нужно понять, когда мы читаем этот текст. Божий закон, он включает в себя намного больше, чем наши просто действия. Божий закон, он не просто контролирует или определяет границы наших действий. На самом деле Божий закон, он фокусируется на наших мыслях, на наших отношениях и на нашей мотивации, которые потом выливаются в определенные действия в нашей жизни. Вы с этим согласны или нет? Скажите «да», если вы согласны. Начинается с того, что мы мыслим, выходит в наше сердце, и наше сердце потом мотивирует нас к определенным действиям.
То, что мы делаем, абсолютно важно, но это результат того, что происходит в нашем сердце. И если наше сердце наполняется правильными вещами, то у нас выливаются это в правильные действия. Если в нашем сердце беспорядок, то у нас будет беспорядок в жизни в нашем сердце. И поэтому часто происходит такой диссонанс. Мы наши действия сконтролировали. На английском это как behavior modification звучит. Мы вроде бы говорим ребенку, что делай вот так. Но сердце его от этого не меняется. Мы просто его заставили что-то делать, но и мотивация совершенно другая. Поэтому, друзья, это же происходит и у нас, как в жизни христианина, когда мы вроде бы ведем себя правильно, говорим правильные вещи, правильно одеваемся, правильно себя ведем, а в сердце у нас происходит определенный диссонанс, у нас происходят совершенно другие вещи. Божий закон всегда говорил прежде всего к сердцу человека, которая потом выливается в действие в нашей жизни. Матфея 15 глава, 18 по 20 стих. «Но то, что исходит из уст, исходит откуда? Из сердца. Оно исходит из сердца. То, что мы говорим и то, что мы делаем, оно исходит из сердца. Потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой. Не то, что ты не соблюдил какой-то обряд. Не то, что ты что-то не сделал технически и не поставил галочку. А то, что в сердце происходит и выходит наружу. Весь грех начинается в сердце человека, в мыслях человека. Так вот, возвращаясь же к алчности и вот этим желаниям, друзья, сами желания, они не плохие, они не греховные. Но если мы начинаем желать таким сильным образом неправильные вещи, или мы начинаем ставить эти вещи выше других вещей, то это становится греховным. Это наши приоритеты. Это когда мы начинаем желать вещи, которые нам не принадлежат, и желая забрать их. Мы хотим имидж других людей, мы хотим репутацию других людей, мы хотим статус других людей. Когда мы ставим свою алчность, свою гордость, свои желания выше, чем Бог в нашей жизни, это становится идолопоклонством. Это идолом становится в нашей жизни. Колоссянам 3 глава 5 по 6 стих говорит об этом. «Поэтому умертвите в себе все, что еще принадлежит греховной природе. Разврат, безнравственность, страсть, дурные желания и что? Алчность. Алчность, которая есть то же самое, что идолопоклонство. И все это вызывает гнев Божий на тех, кто ему не послушен». Друзья, это серьезные вещи. Алчность – это идолопоклонство. Это идолопоклонство. Это когда мы хотим что-то, желаем что-то неправильным образом. Так вот, как же это неправильным образом? Хотел бы поделиться с вами некоторыми симптомами или определенными признаками того, как определить вот то, что я хочу. Оно в здоровой форме выражается или не в здоровой форме. Так вот, вот некоторые признаки, что ваше хобби, ваше времяпровождение, желание, стремление могут стать идолом в вашей жизни. Я высвечу все девять, и мы коротко поговорим об этом на экране. Так вот, первое, если это запрещено Богом, если это запрещено Богом, друзья, если Писание говорит четко, что это грех, это неправильно, это нельзя, то здесь тема закрывается. Это грех, это неправильно и это нельзя. И говорить о том, что это побуждение сердца или там, ну, может быть, есть какие-то исключения, это неправильно. Если твои желания четко противоречат тому, что говорит Писание, это грех. Возможно, это алчность. Возможно, это гордость твоя проявляется. Второй симптом –
Это когда наше желание, оно превышает ценность или ценность, наверное, это value или cost, да, на английском языке. То есть, когда то, что мы хотим, оно начинает стоить больше того, что имеет большее значение в нашей жизни. Ну, я не знаю, например, хороший, может быть, пример этому. Если есть какое-то хобби у человека, я не знаю, он собирает там чашки какие-нибудь или тарелки разрисованные, да? И вот эти вещи, они что-то стоят, и некоторые из них начинают стоить больше и больше денег, становится какая-то коллекция, может быть, для кого-то это коллекция монет, коллекция марок, там, я не знаю, что вы собираете у себя дома, да? И вот в какой-то момент, если ценность этих вещей для тебя становится более ценным, чем то, чтобы заботиться о своей семье, для того, чтобы позаботиться о жене, о детях или о муже, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь. Если ты начинаешь терять те другие вещи, которые являются ценными в твоей жизни ради этого, то, возможно, это становится идолом в твоей жизни. Если ты прогуливаешь работу, когда тебе нечем платить за аренду, потому что твое хобби увлекает тебя, какое бы оно ни было, это грех. Возможно, это стало алчностью в твоей жизни. Я знаю людей, которые развелись на основе того, что у них была зависимость к своим хобби. И они жертвовали временем с семьей, они жертвовали работой, они уделяли время этой хобби. На самом деле это было не хобби, это была зависимость. Желание, то, что им нравилось делать, переросло в нездоровое чувство и в зависимость. Для кого-то это рыбалка, для кого-то это времяпровождение с друзьями, для кого-то это хайкинг и какой-то туризм, для кого-то это путешествие куда-то, либо это может быть все, что угодно, друзья. Все, что угодно. Но если оно становится более ценным для тебя, чем действительно вещи, которые имеют ценность, возможно, это греховно в твоей жизни. Следующее, если ты принимаешь это не с благодарностью, если это начинает как бы становиться тем, что это мое право, когда это становится нашим правом, когда становится, я не знаю, русский перевод, что-то у нас сегодня заглох, да, когда это становится правильным, when it becomes a right с английского перевода, да, то есть, когда это становится правом, когда ты начинаешь этого требовать и говорить, а я заслужил этого. Ты обязан мне это делать или давать. Это мое право. Разве у меня нет прав на это? Я имею право делать вот это, вот это. Или хотеть вот этого. И сегодня мы видим это в мире вокруг нас постоянно. Люди постоянно кричат о своих правах. У меня есть право на это, право на это, есть право на это. И все мне обязаны. Друзья, никто нам ничего не обязан. Мы должны принимать те вещи, которые Бог дает нам, с чувством благодарности и с той благодати, которую Он проявляет нам. Когда мы начинаем другие обязанности игнорировать в нашей жизни, пусть это в семье, пусть это на работе, пусть это в служении, потому что мы чего-то очень сильно хотим, возможно, это желание становится проявлением алчности в твоей жизни. Вот следующий хороший тест, когда мы не учитываем потребности и желания других людей. Когда я хочу вот этого, я этого достигаю, я к этому стремлюсь, но то, что думают все остальные, мне абсолютно не имеет никакого значения. Возможно, это желание становится греховным в твоей жизни. Когда вы начинаете гордиться, что у вас это есть, а у других этого нет. Друзья, возможно, это идолопоклонство в твоей жизни. Возможно, та вещь, которая дает тебе чувство гордости, стала идолом в твоей жизни. Когда мы начинаем сомневаться в Божьей благости, если мы теряем что-то, это один из симптомов того, что эта вещь стала идолом в нашей жизни.
Когда у нас есть что-то, что стало настолько важным для нас, что если Бог эту вещь забирает, если она сгорает, пропадает, ее крадут, я не знаю, что вы представляете у себя в уме, но если эта вещь пропадает у нас, и мы теперь начинаем иметь кризис идентичности и жизни, а как же теперь я дальше буду, если я эту вещь потерял? Возможно, она стала идолом в твоей жизни. Вот страшная вещь. Для кого-то из вас это ваши дети. Вы знаете, что дети могут быть идолом? Я знаю родителей, которые свою идентичность видят через своих детей. И в здоровой форме это нормально, но если у человека вот появляется вот это ненасытное желание, чтобы его ребенок был самым-самым-самым, и теперь я не просто отец и христианин, и верующий человек, а я отец этого самого-самого ребенка, и если вдруг этот ребенок не будет самым-самым, то кто же теперь я? Это идол. Это идол, друзья. Поэтому, надеюсь, эти некоторые критерии, которые мы сейчас увидели, они позволят каждому из нас делать оценку того, к чему мы стремимся и чего мы хотим. И это сложно. Поэтому Иисус нам говорит в Евангелии от Матфея, 6 главе, 19 по 21 стих, «Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце». То, что ценно для тебя, будет определять приоритеты в твоей жизни. О чем ты думаешь, чем ты мотивируешься и какие действия будут проявляться в твоей жизни. Если наше сокровище действительно в Иисусе Христе, если наше сокровище действительно в наших отношениях с Богом, то мы будем фокусировать свою жизнь вокруг этого. Колоссянам 2 глава, 2-3 стих. «Я хочу, чтобы это ободрило их, объединило в любви, чтобы они могли иметь глубокие и богатые познания о тайне Бога, то есть о Христе. В Нем сокрыты все сокровища мудрости и знания. Он – наше сокровище, друзья. Вот что определяет наши приоритеты. Вот что определяет наши побуждения. Вот что придает нам ценность. Наше желание, наше стремление, наше побуждение – это знать Бога. Когда мы проявляем алчность, желание иметь другие вещи, которые мы не имеем в нездоровой этой форме, это ведет к греху, это ведет к смерти. Но есть антидот этому, есть лекарство против этому. Есть три практические вещи, которые я хотел бы с вами поделиться, что каждый из нас, мы можем эти три вещи делать для того, чтобы это помогало нам лечиться от этих желаний, побуждений, от алчности, которая в разной мере присутствует в жизни каждого человека. Так вот, противоядие от алчности и зависти. Первое, друзья, развивайте в себе чувство удовлетворенности и благодарности. Я не ошибся, написав, что это нужно развивать. Развивать. Это не просто состояние, ну, человек родился, и вот он просто благодарный по жизни. Да, кто-то из нас может быть более расположен к этому, чей-то характер больше к этому, больше расположен, к чей-то меньше. Но этому можно научиться, и это нужно развивать в себе, друзья. Посмотрите, апостол Павел научился этому. К Филиппийцам 4 глава 11 по 13 стих. «Я говорю это не потому, что я нуждаюсь в чем-либо». И посмотрите, ведь я что? Научился. Он научился быть довольным в любых обстоятельствах.
И это то, к чему мы призваны. Мы должны учиться и развивать в себе чувство благодарности и чувство довольства, что мы удовлетворены тем, что Бог нам дал сегодня. И мы удовлетворены и благодарны Ему за это, потому что Он дает нам намного больше, чем мы заслуживаем, и намного больше, в чем мы нуждаемся. Апостол Павел научился быть довольным в любых обстоятельствах. И потом он объясняет это. Я знаю, что такое скудость и что такое изобилие. Мне пришлось пережить всякое, и я проник в тайну, как быть сытым и терпеть голод, быть в достатке и быть в нужде. Какая же это тайна? В чем же секрет? Я все могу благодаря тому, кто дает мне силы. Опять же, сокровище в Иисусе Христе. Сокровище в познании того, кто есть Бог. Вот кто определяет наши приоритеты и наши желания. Павел этому научился. Все остальные вещи были второстепенны. Когда он голодал, и когда еды много было, когда денег не хватало, и когда работы отбавляй, когда ты устал, и когда ты едешь куда-то на вакейшн, во всех обстоятельствах. Почему? Потому что это второстепенные вещи. А первостепенная вещь – это твои отношения со Христом. 1 Тимофея, 6 глава, 6-7 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и кем? Довольным». Великое приобретение – быть довольным, друзья. Ты доволен тем, что Бог тебе дал, ты благодарен, ты понимаешь, что ты не заслужил этого, ты заслужил смерть, ты заслужил разруху, ты заслужил быть в аду вечности, а Бог тебе дает вечную жизнь. И ты радуешься этому. Этому нужно учиться, и это нужно культивировать. Сегодня, завтра, когда ты будешь идти по жизни, просто учись видеть Божье благословение в твоей жизни и благодари Бога и людей за это. Благодари Бога и других людей, через которых Бог работает, за то, что они благословляют тебя. И первое, также развивайте в себе чувство удовлетворенности и благодарности. Второе, учитесь быть щедрым. Друзья, учитесь быть щедрым. Это противоядие от зависти и противоядие от алчности. 1 Тимофея, 6 глава, 18-19 стих. Меня поразил русский перевод, и я знаю, что сегодня о греческом говорили не очень положительно, но я все-таки зарылся чуть-чуть в греческий здесь и попытался понять, о чем здесь идет речь. Так вот, современный русский перевод говорит: требуй от них делать добро. В английском переводе написано «they are to do good». То есть здесь такое предписание, что настоятельно взывай, требуй, реально веди, толкай людей к тому, чтобы они делали добро и чтобы они обогащались не бизнесом, не инвестициями, хотя это неплохие вещи, они нормальные вещи, но они второстепенные. А обогащаться чем? Добрыми делами, быть щедрыми. Друзья, оказывается, моя задача, как одного из пасторов этой церкви, это требовать от вас обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и делиться друг с другом. Поэтому не обижайтесь, если вы это слышите. Это то, о чем говорит Писание. Таким образом, если вы это будете делать, вы соберете себе сокровища, которые станут добрым основанием будущего и получат подлинную жизнь. Опять же, наше сокровище во Христе. Быть щедрыми – это быть щедрым со своим временем, быть щедрым со своими дарами, которые Бог дал тебе, быть щедрым, когда ты инвестируешь то, что у тебя есть, в то, что будет вечно. Единственная вещь, которая находится в этой комнате, которая будет жить вечно, это душа человеческая. Все остальное сгорит. Здание стлеет, карпет, кирпич разрушится, асфальт провалится. Это только вопрос времени. Но единственное, что будет с вечности,
это души людей, которые сидят слева и справа от вас. Насколько мы щедры с тем, чтобы инвестировать друг в друга. Душа человека вечна, она будет жить вечно. Насколько ты вкладываешься сегодня в вечность своего соседа. Итак, развивайте в себе чувство удовлетворенности и благодарности. Второе, учитесь быть щедрыми. Третье, доверяйте и полагайтесь на Бога превыше всего. Друзья, Бог и ваши отношения, наши отношения с Ним, это тот фундамент, который делает все остальное возможным. Без этого это просто психология. Без этого это просто хорошие советы, которые на какой-то короткий период времени будут работать. Евреям 11 глава 6 стих. «Без веры же Богу угодить невозможно». Некоторые из нас делают добрые дела, пытаясь замолить свои грехи прошлого. Друзья, это невозможно. Без веры в Бога и без принятия того, что Он сделал на кресте для тебя и для меня, невозможно угодить Богу. Добрые дела всегда являются результатом того, что происходит у нас в сердце, а не наоборот. Каждый, кто приходит к Нему, должен верить в то, что Он есть, и что Он вознаграждает тех, кто Его ищет. Наш Бог щедр, наш Господь благ, Он дает нам намного больше, чем мы заслуживаем или нуждаемся в этом. Верьте в Божьи обещания. Верьте в Его провидение, в Его заботу, в Его любовь, за то, что Он заботится о каждом человеке, и Он хочет лучшего для нас. Поэтому, друзья, в заключение я еще раз хотел бы призвать каждого из нас, чтобы мы следовали этим принципам, чтобы мы учились и культивировали в себе вот эту удовлетворенность и благодарность. Чтобы мы были щедрыми, отдавая, а не только заботясь о себе любимом. И третье, чтобы мы действительно доверяли Богу и верили Его обещаниям. И чтобы те вот эти симптомы, которые мы рассматривали в начале, мы их прилагали к себе. Тестируйте себя, друзья, чтобы ваши побуждения, ваши желания не переросли в греховные. Радуйтесь, когда другие люди благословляются. Инвестируйте в вечные души друг друга. Кого ты благословляешь сегодня? Это один из вопросов, который каждый из нас может задать. И поэтому моя молитва – это в том, чтобы наша церковь была церковью, которая описывается к Филиппийцам 2 глава 3-4 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Аминь. Давайте мы встанем, помолимся.